Всем привет! Компания Kia объявила цену на седан Rio. Автомобиль будет стоить от 669 900 рублей. За эти деньги в базовой комплектации предлагаются кондиционер, передние электростеклоподъемники, две подушки безопасности, ABS и система стабилизации. Кроме того, появится помощник при старте на подъеме и система контроля за давлением в шинах. При этом, к сожалению, нет музыки и подогрева передних кресел, а руль регулируется только по высоте. В комплектации комфорт руль уже регулируется в двух плоскостях. Есть ключ с дистанционным управлением, функция автоматического запирания дверей при движении, электропривод задних стекол, кожаная отделка рычага КПП, мультируль, а также есть обогрев руля. Цена такой машины от 729 900 рублей. В более богатых комплектациях новый Kia Rio будет оснащаться подогревом задних кресел, обогревом лобового стекла и форсунок, легкосплавными дисками, музыкой с шестью динамиками, боковыми подушками и шторками безопасности, парктроником. В самой роскошной комплектации премиум есть отделка искусственной кожи, система бесключевого доступа, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигация и камера заднего вида. Стоит такая машина уже 989 900 рублей. Это с коробкой автомат. И пару слов о конкурентах. Значит, Hyundai Solaris с двигателем 1.4, который стоит от 625 000 рублей, но кондиционера за эти деньги нет. В комплектации комфорт с музыкой, кондиционером, подогревом руля, регулировкой руля в двух плоскостях и прочее, Kia Rio с двигателем 1.4 стоит 729 900 рублей. Solaris с мотором 1.4 продается за 755 000, а с автоматом машина будет стоить уже 795 000. В комплектации комфорт Kia Rio с двигателем 1.6 будет стоить 754 900 рублей с механикой и 794 900 рублей машина будет стоить с коробкой автомат. Для сравнения, Solaris 1.6 на ручке стоит 780 тысяч рублей, а с автоматом машина уже стоит 820 тысяч рублей. Соответственно, Solaris получается дороже. Минимальная цена Volkswagen Polo 600 тысяч рублей, но это уже будет просто голая машина. А комплектация Life с кондиционером, подогревом кресел и музыкой уже будет стоить от 668 тысяч за версию с мотором, мощностью 90 лошадиных сил и механикой. Если хотите машину с автоматом, тогда она будет стоить уже 750 тысяч. При этом комплектация у Polo будет проще, например, не будет системы стабилизации. Skoda Rapid побольше, имеет более вместительный багажник, но она и подороже. Машина с кондиционером и музыкой в комплектации Ambition будет стоить 761 тысячу. Причем это версия с механикой и 90-сильным мотором. Автомат и 110 лошадиных сил уже будет стоить 864 тысячи рублей. Ну и как вариант, самый дешевый, Lada Vesta. Машину с кондеем, системой стабилизации, двумя подушками безопасности, подогревом кресел и музыкой можно купить за 570 тысяч на ручке, и машина с роботом будет стоить 595 900 рублей. Всем пока!